Вот у нас место заезда. Ворота никак не фиксируются. Набережная. Киселинга. Сушеное здание, вышка. То есть с этой стороны вообще ворот нет. Давайте посмотрим, что у нас тут дальше. Что мы видим? Свежие следы. То есть вот вам, пожалуйста, проводите экспертизу трассологическую. Если надо найти машину, ну, водителю по биллингу можно вычислить. Сейчас это у нас вообще не проблема. То есть тут ночью в радиусе 10 метров никого нет. То есть кому-то же они отзваниваются. Даже не звонят. Это у нас место свалки, которое было на карте. Смотрим, что здесь. Здесь мусор от уборки. То есть, ну, предположительно, у нас раньше грешил комбинат по благоустройству города Улан-Удэ. Там у нас тоже, скажем так, свалочка. Вообще этой свалки уже 5 лет, наверное, исполнится. Нахождение на карте свалок. В принципе, ничего не меняется. Плюс ко всему, что бомжики жрут. Все, что более чем очевидно, собственника надо привлекать.